сука, так и знал, блядь. Крупно, тихо, 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 тихо. Нет, я узнал, Дима, она... Ой, блядь! Ебаться в рот! Ой-ой-ой! Ебать в рот! Ёбаный твой телефон, Андрей, блядь! Ну а ёд, блядь, это... Вызывай! Диман, она в луховицах может сдать! Полная ликвидация коллекции спортивной мужской, женской, детской одежды и обуви любимого бренда. Только до 12 октября. Забирай все. Таких цен нет даже... Блять. Ёб твою мать. Сука, блядь, ты ебаный придурок, блядь! Приятно другу подарить, как хочешь! Ёб! Красавец! Там через сутки позвоните, что вы были там. На утверждение Государственной Думы проект федерального бюджета с планируемым дефицитом на уровне 0,6% ВВП в течение 3 лет.
Россия в случае возврата ограничений на движение капитала будет отброшена на много лет назад. Слухи о возможности такого шага ничем не обоснованы. Об этом на форуме говорила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Первое – это отсутствие ограничений на движение капитала. Мы считаем это важным достижением экономической политики предыдущего периода и отказ. Вы вызываете? Как вы вызываете?